Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение карьеры за Манчестер Юнайтед. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что на моем канале вышел очередной выпуск правдивых пенальти, обязательно его посмотрите, ссылочка на него есть в описании под этим роликом. Жду вашей поддержки, лайков, комментариев, ну а мы продолжаем. Под последним роликом написали комментарии о том, что давай еще один сезон за Манчестер Юнайтед, потому что, ну как, одного сезона будет недостаточно. Суть вообще этой карьеры за Манчестер Юнайтед. Мы с вами с FIFA 17 ведем эту карьеру. Карьеру как тренера такого небольшого, который полноценно отыгрывает весь сезон. В 17 году, ну, в FIFA 17 мы отыгрывали с вами карьеру за Краснодар. В FIFA 18 мы с вами отыгрывали карьеру за Ювентус. В FIFA 19 мы с вами пропустили, сделали такую там небольшую паузу. Поэтому FIFA 20 у нас была эта карьера за Барселону. И вот сейчас карьера за Манчестер Юнайтед. В каждой карьере мы отводим один сезон. Если, конечно, вы захотите, мы сделаем как-нибудь это вот второй сезон вне зачета будет. Потому что в любом случае, либо Pro Evolution Soccer 2022, либо FIFA 22 будет у нас на канале, поэтому там будет вот это продолжение нашей вот такой вот истории. Но в любом случае, если вы наберете под последним там роликом, когда у нас будет конец сезона за Манчестер Юнайтед, наберете там много лайков, прочитаю ваши комментарии, если тоже будете оставлять, поэтому все будет зависеть от вас. Я пока что нацелен только вот на один сезон с Манчестером Юнайтедом. Итак, у нас сегодня три матча. Выездная игра против Челси, которые сейчас идут ниже 10 строчки. Домашняя игра против Бернли, они тоже идут ниже 10 строчки. И кубковая игра против Лестер Сити. Они идут, кстати, на 8 строчке, и вроде как Лестер же нас обыграли, да, 2-1, когда мы вели даже по счету. Итак, первый матч, и у нас выездная сразу же игра против Челси. Давайте зайдем, посмотрим. Так, ну что, Уильямс в старте сразу же, мы видим, попадает. Вместо Мэдисона попадает Ван де Бек. И также он попадет у нас Маркус Решфорд вместо Гризмана. У Гризмана такая себе форма. И также Байли, скорее всего, вместо Магуайра. Вот. Поэтому вот таким составом мы выйдем на матч против Челси. Лэмпорда, у него тоже вот такая интересная расстановка. Зума, Тиаго Сильва, Эмерсон, Аспиликуэта, что-то Вернер он не упускает, Жиру, Зиеш у него слева и Кай Хаверц справа. То есть вот таких вот интересных игроков он на разных позициях, вот не на своих родных использует. Поэтому поехали, первый матч Челси против МЮ, погнали. Итак, Стэмфорд Бридж очень прям, ребят, похож, но на таком нам придется сейчас играть. Челси против Манчестер Юнайтед, очень интересная игра. Челси нам предлагали в карьере за тренера, кто не смотрел, обязательно посмотрите, как только мы перешли, перейти к ним, но нет, мы остались в Манчестере, и не зря мы в карьере за тренера стали чемпионами. И Англии, и обладателями Лиги Чемпионов. А что было бы, если мы бы ушли в Челси? Это 1-0. Антони Марсиаль на 8-й уже минуте замечательно в ближний угол пробил Кепу. Замечательная голевая передача там еще была. Сейчас глянем от кого. Ну вот Санчо накручивал. На Бруно Фернандеша, да, наверное? Да, Бруно Фернандеша дает вот такую замечательную голевую передачу. И Зума не смог отобрать мяч у Антони Марсиаля. Поехали на второй тайм мы. Тоже надо отдыхать. Давайте Бруно Фернандешу. И какая передачка сейчас на Маркуса Решфорда. Удары, это гол. Маркус Решфорд забивает. Отлично, только вышли с перерыва и все. 2-0. Марсиаль и Решфорд просто делают чудо. И вот и Решфорд тоже воспользовался ситуацией у Гризмана. Вот, вы посмотрите, нам даже повтор показывают прямо с центра поля. Воспользовался Решфорд ситуацией. У Гризмана была плохая форма, плохой настрой, можно так говорить. И поэтому мы выпустили именно Маркуса Решфорда. Хоть и у Гризмана очень хорошая форма сейчас была, именно результативность его. Но вот что-то, может быть, усталость, либо не тот настрой у него прям был. Поэтому вышел на поле Решфорд, забил и полностью отплатил то, что мы его выпустили на поле. Манчестер Юнайтед на выезде обыгрывает уверенно Челси. Марсиаль и Решфорд замечательно отыграли.
быстро мы забили в первом тайме, быстро мы забили во втором. То есть Челси не были готовы к такому раскладу событий. И Кепа, Зума, Тиаго Сильва, Эмерсон, Аспиликуэта. Просто посмотрите, какие ужасные оценки получают. Наоборот, вот здесь даже Маунт 6,5 получил. Это максимальная у них оценка. Но лучшим стал все равно Марсиаль. 7,5 у него оценка. Итак, у нас 53 очка, 2 очка отставания до Ливерпуля, 18 очков до Манчестер Сити и 4 очка у нас сейчас лидерство над Тоттенхэмом. Итак, другие команды у нас здесь все-таки переговоры, да, с Ришарлисоном. Ну, неплохо, они, смотрите, на 1 300 000 буквально просят повысить и все, поэтому давайте мы подпишем Ришарлисона, который придет к нам в летнее уже трансферное окно. Так что, если вы наберете, друзья, лайки, там я увижу ваш фидбэк, то, что вы хотите видеть второй сезон за Манчестер Юнайтед, без проблем, все мы с вами это сделаем. Так, раз у нас такое дело, все, мы укомплектовали центральными нападающими, потому что у нас в составе сейчас нету, да, одной вот позиции, именно центрального напа. Я сказал, у нас будет на ней Гринвуд вот играть. Вот, но Грин сейчас как бы правого нападающего играет, так же как и Решфорд, он может и слева, и на центральном отыграть. Вот такие дела. Поэтому Ришарлисон просто приобретение для укомплектовки полностью состава. Сейчас у нас игра против Бернли, домашняя. Смотрим, кто там готов. Хендерсон не готов, а я хотел его на самом деле выпустить. Готов, кстати, Фред. Давайте Фреду дадим шанс вместо поля Погбы. Вот. Что еще здесь? Давайте... Хотя у Санчо здесь неплохо. Давайте вместо Марсиаля выпущу я Гринвуда. Вот, у Гринвуда хотя бы, так сказать, запал сил побольше. Ну и вот таким составом мы выйдем против... Да я даже Далота, наверное, выпущу вместо Ван Бисаки. Устал, потому что... Да и Линделёфа могу вместо Шкринера. Вот, поэтому старая у нас такая сейчас защита будет именно из бывших игроков, которые сейчас, ну, вы поняли, старенькие наши. Вот, Линделёв и Магуайр. Все, домашняя наша игра, МЮ Бёрнли, поехали. Итак, МЮ против Бёрнли, Олд Траффорд, очередной матч чемпионата Англии. И посмотрим. МЮ очень, кстати, неплохо стали у нас, да, в последних выпусках играть. То ли я нашел, как играть в Pro Evolution, научился потихоньку, то ли что-нибудь еще. Ну, то, что я научился, это вообще вряд ли. Поэтому какие-то невероятные силы пришли в Манчестер. Надеюсь, не сглазить это и продолжим также идти в нужном русле. Сегодня у нас игра МЮ против Бернли. В предыдущем туре Манчестер Юнайтед уверенно прошелся по Челси. Уходим мы с поля с баранками на табло. МЮ против Бернли сыграли в ничью со счетом 0-0. И вот теперь очень трудно предсказать, что будет в следующей игре. У нас кубковая игра. ДХ 7-0 оценку получает заслуженно. Там два топовых сейва он сделал во время матча. Итак, сейчас у нас 20 очков, 20 до Манчестер Сити. Вряд ли мы станем с вами, друзья, чемпионами. Ну, потому что, посмотрите, 5 матчей мы проиграли, 5. Сити одно поражение, вот у них 2 ничьи, у нас 6. Поэтому потеря очков сама по себе не возникнет. Мы своей игрой заслужили, по крайней мере, ну, третье место, наверное, уж точно нет. На второй мы можем сейчас побороться. Здесь буквально 1 очко отставания и 2 очка у нас лидерства над 4-й строчкой. Итак, сейчас у нас игра в Кубке Англии, играем мы против Лестер Сити, они идут на 8-й, кстати, строчке, неплохой у нас, конечно, отрыв от них в 18 очков, но все равно они нас обыграли, напомню, в чемпионате, поэтому сейчас нам надо быть полностью готовыми. Ван де Бек вместо Мэдисона даже появляется сегодня на поле, вместо Санчо, естественно, появляется у нас Гринвуд, Байли, сейчас мы глянем вместо Лучкова, давайте вместо Магуайра, Шкринер, мне все это кажется понадежнее. Что еще? Да, все вроде, и ни у кого нет таких прям сверх показателей. Поэтому вот таким составом мы выходим против Лестер Сити. МЮ Лестер, кубковая игра, поехали. Итак, МЮ против Лестера, Кубок Англии, поехали. И все, заканчивается у нас основное время. Я сейчас не знаю, то ли серия пенальти будет, дополнительное время. Перерыв, написано, да, дополнительное время будет, но отыграем еще, значит. На Ван Бисаку отлично, дальше.
Гризман не забил. Марсиаль забивает. Парашютиком забил Марсиаль. Замечательно. Он просто перебросил сейчас Каспера Шмейхеля. И отлично. Это 1-0. И мы забиваем. Супер. Давайте вместо Марсиаля Решарда выпустим. Устал. Устал Марсиаль, заслужил. Вот как Гризман-то сейчас вообще правой ногой опять. Ну вот здесь отлично, кстати, перебросил. Я нацеленно нажимал на парашютик, но не ожидал, что будет так красиво. Ну просто чудо, гол. Снова мы забили сразу же, буквально выйдя на поле. Здесь просто аккуратненько так перебросил, потому что Шмейхель там и так снизу был. Поэтому тяжело было ему допрыгнуть с позиции лежа прям до перекладины. Ну а Марсиаль замечательно прям перебросил именно под перекладину. 95-я минута, 1-0. Минимальная победа МЮ над Лестером в дополнительное время в Кубке Англии. Марсиаль нам приносит победу. Ну, суперски, ребят. Просто суперски. 1-0. Лестер повержен, хоть и в дополнительное время, но все равно. Ребята молодцы. По игре просто мы заслужили, действительно. Мы переиграли их, перебегали, перепасовались. Марсиаль получает оценку 7,5. Итак, дальше в полуфинал проходит Челси, Ливерпуль, МЮ в дополнительное время, как вы видите, и Манчестер Сити. Мне интересно, лишь бы с Челси мы бы сыграли. Мы будем играть с Манчестер Сити, которые сейчас на первой строчке идут. Ну, посмотрим, интересно. Так, у нас там переговоры идут. Скауты нам нашли еще центральных нападающих, но я уже не знаю зачем. Мауро Икарди. Интересный, конечно, был бы вариант. Тем более, ни в Интере, ни в ПСЖ он сейчас не сидит. Ну, в Интере, конечно, он был классным игроком. Вот, Дибала. Интересный, но оттянутый он форвард. И Эрлинг Холланд. Вот почему бы чуть бы пораньше бы Холланда нам бы нашли, мы бы его подписали. Но так мы подписали Ришарлисона. А что еще? Давайте мы теперь будем отталкиваться от возраста, наверное. Посмотрим, что у нас там по возрасту, по убыванию. У нас самый возрастной — это ДХЭ, 31 год. Все нормально. Ну вот мы зачем-то подписали еще Гризмана, 30-летнего. Ну, будет, как только у него прям снижаться, до 86, если также это относится к ДХЭ. А вратари — это вообще отдельная история. Поэтому все. Давайте лучше посмотрим на общий рейтинг. Ну это все, кто в аренде сейчас играет. Вот, Уильямс. Поэтому нам нужен левый защитник. И давайте-ка скаутам отправим, чтобы нам нашли левого защитника. Все, отправим и посмотрим. Почему бы и нет. Травмирован Мэдисон. В феврале он только сможет, ушиб получил. Ну, причем именно в игре с Лестером. В феврале вот. Дальше у нас, кстати, игра в Лиге Европы. На следующий выпуск пройдет стадия 1-16 Лиги Европы против Валенсии. Если я не ошибаюсь, мы в карьере за Зенит тоже против Валенсии. Правда, там в 1-8 Лиге Чемпионов попали, но не суть. Все. Играем мы в следующем выпуске вот эти вот три матча, которые на ваших экранах. Вышли мы в полуфинал. Две победы, одна ничья у нас за сегодняшний выпуск. Все на этом, друзья. Спасибо всем большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания.